Клещи для прессовки неизолированных наконечников и гильз надежны и безопасны в работе. Инструмент дает возможность обжима одним движением руки. Конструкция каждого инструмента разработана для прессовки наконечников нескольких сечений. Пресс-клещи ПКГУ-95 оснащены двумя комплектами сменных матриц для гексагональной и клиновидной опрессовки. Корпус инструмента имеет удобное крепление для сменных матриц. Телескопические рукоятки фиксируются в любой точке и значительно упрощают работу. Механические прессы являются универсальным ручным инструментом для прессовки неизолированных наконечников и гильз. Их отличает простая и долговечная конструкция. Компактность прессов позволяет использовать их в ограниченном рабочем пространстве. Универсальный механический пресс ПКУ-120 служит для прессовки наконечников и гильз любого стандарта. Инструмент имеет две калибровочные шкалы для прессовки медных и алюминиевых наконечников сечением до 120 квадратных миллиметров. С помощью упорного винта пресс быстро настраивается под нужный типоразмер изделия. Встроенная матрица дает клиновидный профиль обжима. Комплект механического пресса ПКМУ-240 входит в набор из 6 сменных матриц для прессовки медных наконечников сечением до 240 квадратных миллиметров и алюминиевых наконечников сечением до 185 квадратных миллиметров. Храповой механизм и телескопические рукоятки облегчают процесс опрессовки. Механизм ускоренного прохождения холостого хода значительно увеличивает скорость работы.